Сегодня нефтяники России отмечают свой профессиональный праздник. В Самарской области добыча и переработка углеводородов является одной из важнейших сфер экономики. В регионе находятся три крупнейших перерабатывающих завода. В отрасли трудится порядка 20 тысяч жителей губернии. При этом нефтяные компании не только активно развиваются сами, но и помогают муниципальным образованиям. Значительные средства направляют на социальные проекты, благотворительность и экологию. Объемы инвестиций, по объему налоговых отчислений в региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, по динамике социальных программ, конечно, нефтяная отрасль является ключевой для нашей губернии. Я от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем работника нефтяной и газовой промышленности. Также Виктор Кудряшов передал слова поздравления от губернатора Самарской области и вручил почетные грамоты. Очень приятно, что в преддверии профессионального праздника именно меня наградили благодарностью. Но все же я считаю, что это заслуга нашего коллектива, значит, наших сотрудников. Значит, в первую очередь, это их труд. Очень благодарен за это.